Всем большой привет! Сегодня ко мне пришла еще одна посылка из сайта AliExpress, и давайте вместе ее распакуем. Такая совсем небольшая посылочка. Так, распакована. Ой, упакована. Блин, вообще. А вот. Так. Эту посылку я жду уже больше 2 месяцев. Это мне сын заказывал вот такую штучку. Даже понятия не имею, что это такое. Типа MP3 плеер. Сейчас вот попробуем разобраться. Еще раз вам скажу, что это такое. Пока ему отдам. Держи. И я себе заказала наушники. Они у нас часто теряются, ломаются. Поэтому решила тоже заказать. Не знаю, простенькие наушники. Надеюсь, они работают. Тоже сейчас проверю и расскажу. Вот такие наушники. Тяжеловаты как будто. Ну, сейчас посмотрим. Ну, пришлось немного повозиться с этим MP3 плеером. Сам ремешок вот такой. Вот он легко складывается на запястье. Вот такая коробка. Плеер сам вот он. Но к нему больше ничего не прилагается. Здесь нужна флешка, то есть карта памяти. Нужен USB кабель. Вот причем с таким разъемом. У нас такого не было, пришлось купить. Так, ну и, соответственно, нужны наушники. Вот. А так, звук чистый, хороший звук, можно послушать. Это сюда одевается. И потом надевается на руку. То есть, посоветовать могу, но при наличии, что у вас вот... Ну, наушники, конечно, у всех есть. Карта памяти наверняка тоже, но вот с кабелем... Вот такой кабель нужен. Вот такой MP3 плеер. Ссылки будут внизу, кому интересно. И сами наушники вот эти. Тоже звук ясный и чистый. Звук мне понравился. Мне сами наушники не понравились. Они для меня неудобные оказались. Вот они такой формы. Они как-то выпадают, не держатся на ушах. А вот здесь... Такая как бы проволока. Можно по-разному фиксировать, наверное. Но у меня как-то пока не получается. Вот отсюда идет проволока. А так звук хороший. Ну вот такие были приобретения у меня. И до следующих встреч. Пока-пока.